Госдума сегодня собралась на первое после летних каникул заседание. В ближайшее время депутатам предстоит рассмотреть целый ряд важных законопроектов. На этой неделе в планах обсуждения возможности принятия однолетнего бюджета вместо трехлетнего. По мнению экспертов, это позволит оперативно корректировать параметры и сделать прогнозы более точными. Будет продолжена работа и над пакетом антикризисных мер. Большое внимание при этом уделяется поддержке малого и среднего бизнеса. В Госдуме отмечают, что с учетом непростой экономической ситуации осенняя сессия обещает быть не из легких. Еще один важный документ, который Нижняя палата сегодня рассмотрела в первом чтении – совмещение в следующем году думских выборов и единого дня голосования. На заседании речь шла о предварительных итогах масштабных выборов, которые состоялись в России в минувшее воскресенье. Результаты единого дня голосования говорят о высокой консолидации общества в поддержку курса нашего президента Владимира Владимировича Путина, поддержку тех политических партий, которые реализуют этот курс, и прежде всего парламентских партий. Мы все прекрасно понимаем, что только объединив усилия, мы можем преодолеть те трудности, с которыми столкнулась Россия в условиях беспрецедентного давления извне. Нам необходимо сейчас сосредоточиться не только на предстоящей избирательной кампании 2016 года, но и на ежедневной работе по самым важным вопросам, которые волнуют наших граждан.